Октября-то нового тысячелетия. Впервые в Иванове состоялась торжественная церемония посвящения дошколят в волонтеры. Первыми маленькими добровольцами стали воспитанники детского сада номер 97. Ребятам всего по 6 лет, но и в столь юном возрасте можно стремиться делать добро, уверены организаторы акции. Хотя пока каждый маленький доброволец понимает волонтерство по-своему. Добрая помощь. Маме, например, помочь поиграть с моим братом. У меня есть брат. И либо маме помочь с Данилкой порисовать. Или попросить Даньку позвать поесть. Или ему дать свою игрушку, чтобы он не пищал. Прежде чем стать добровольцами, ребята прошли несколько испытаний. В игровой форме, конечно. Рассказали стихи, спели и станцевали. Отгадали тематические загадки о том, что такое хорошо и что такое плохо. Посвящение – лишь первый шаг. Впереди долгая дорога в волонтерство. Детишкам мы сегодня впервые в Иванове вручаем дневник добрых дел, который они будут заполнять каждый день, возможно, вместе с родителями. То есть, в общем-то, по итогам года будут выставлены некоторые у них баллы, номинации будут, то есть они будут получать зачеты, так скажем, за свою деятельность. Ну, такая в игровой форме, это приобщение, в общем-то, к помощи в первую очередь своей семье, а в дальнейшем и помощи людям, окружающим. Быть волонтером значит не просто носить галстук и значок. Совсем скоро ребята это поймут. Но главная цель организаторов акции – популяризировать волонтерство, сделать его для будущих поколений чем-то привычным. Ну и, конечно, доказать – доброта не имеет возрастных ограничений. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.